Скрытая полиция в Польше. Так, если как гражданский автомобиль, когда водитель что-то нарушает, включаются мигалки, правда, только видно на заднем стекле, но не моргает и в задних стопах, в передних фарах, и пишется вот «Полиция», или еще там «Следуйте за нами» может писаться, по такого плана. Ну вот, автомобиль на польской регистрации что-то нарушил. Походу у него не работал поворот или стоп-сигнал. А, стоп, они работают. Что полицейские сделали? Будут писать, наверное, ему постановление. Выпишут ему мандат. Вот, смотрите, они вот написали, что объезжайте нас. Внимание. Так, полиция. О, внимание, объезд. Ну, вот это на нескольких языках. Вот это пишут сейчас. По польски. Внимание, объезд. Вот это, наверное, по-немецки. Дают водителям другим понять, что можно объезжать. Как вы думаете, это взятка или просто оплата штрафа на месте, не деньгами? Вот это интересно. Водила пошел менять, сейчас увидим, чтобы был факт передачи денег. Это будет интересно. Козел. Оп. Что это было?